Михаил Михайлович, прежде всего с победой, да и в принципе два матча, 100% результат, два сухих поединка. Ваша оценка этого сбора целиком? Ну, конечно, приятно выигрывать, тем более на выезде. Вот, еще раз повторюсь, мы давно не побеждали. Вот эти, я думаю, игры, они важны в психологическом плане. В том плане, что ребята почувствовали, что они могут играть и на хорошем уровне могут играть. И сегодняшняя игра доказала это, что у нас есть хорошая молодежь. Вот, поэтому я благодарен ребятам за то, что они прониклись этим и хорошо сыграли, я считаю, сильным соперником. Первые 10 минут сегодня чувствовалось волнение у молодых ребят. Ощущали это сами сборовки? Ну да, естественно, конечно, было немножко волнительно, как и им, наверное. Но это опыт, и мы для этого, игра у нас и была запланирована для того, чтобы ребята почувствовали, что мы за ними наблюдаем, что они наше будущее. И поэтому я в этом плане, как они выдержали экзамен, очень доволен. Сегодня сыграли на ноль, хотя у четырех игроков защиты там суммарно даже десятка матчей за сборную нет. Как, в принципе, оценить эту линию? И вообще, насколько довольны сегодня молодыми ребятами? Ну, я считаю, что команда в целом, несмотря на то, что мы провели всего одну тренировку вместе, выглядела достойно, и самоотдача была на высоком уровне, что еще раз показывает то, что если нехватка какого-то мастерства, всегда можно нивелировать самоотдачей и желанием, правильным выполнением установки. Поэтому в этом плане я благодарен им за то, что они все это правильно поняли. Что сказали ребятам после окончания поединка, после окончания сбора? Кого-то, может, персонально напутствовали? Нет, никого персонально не напутствовал. Поблагодарил ребят еще раз за игру, за самоотдачу. Я думаю, что это тоже важнейший этап в их жизни, потому что очень многие ребята, по большому счету, дебютировали впервые. И вот этот понюхать вот этого пороху нам было крайне необходимо, если мы на них рассчитываем будущее. Поэтому, я считаю, в этом плане сбор нам удался. Месяц остается до Грузии. Вот этот сбор, он внес в ваш расширенный список на эти поединки новые фамилии, либо фамилии молодых ребят? Ну, да, естественно. Я не буду их озвучивать, но, в принципе, те ребята, которые сегодня, некоторые из тех, которых мы будем за ними следить, и если все обойдется без травм, то мы вызовем их на сбор с Грузией.